Когда начинало развиваться боевое искусство, ориентирами боевых искусств были конкретные люди. Аяма, Уисиба, Фунакоши. Люди, которые изначально... Брус Ли тоже. Люди, которые изначально занимались какими-то внутренними стилями, и это называлось тайдзи. И ни у кого не возникало сомнений, что любой уважаемый пацан должен заниматься тайдзи. Конечно, должны. Если Уисиба этим занимается, если Аяма похожим занимается, санчи, это есть вид, в общем-то, как скажем, внутренней работы. Если этим занимается там Джеки Чан или Брус Ли. Или, пожалуйста, еще интереснее, у Иркибис, мало людей, кто его знает сегодня, а это был идол людей, которые начинают заниматься тайдзи. Все эти люди приверженцы внутренней силы развития. Просто люди смотрят, они же не понимают, чего они делают. Думают, он спит, а он внутреннюю силу развивает. Может быть, он думает, он внутреннюю силу развивает? Нет, он только хочет развивать внутреннюю силу. И так далее. Да, то есть развитие внутренней силы – это то, что нужно для тайдзи. И потом надо почитать, поизучать. Ведь в реальности, чтобы изучить тайдзи, нужно очень много лет, чтобы изучить какую-то форму, даже форму тайдзи, гораздо меньше. Но даже форму изучить, потому что ты не можешь ее инерционно сделать на скорости. Ты надо опору искать в каждом движении, поэтому ты делаешь медленно. А как ты успеешь опору на каждое движение? Ты проскакиваешь из одного движения в другое, все на инерции построено. Поэтому динамичные стили, я не знаю, кто там какие приветствует или выдерживает. Просто есть тема, в ней надо разбираться. Тайдзи можно делать быстро. Тот же Пао Чу, есть Синьцзя Пао Чу. Есть продуманное, например, условие. Опять-таки, Пао Чу, зачем надо тайдзи делать быстрее? Продуманно, зачем тайдзи надо делать медленно. Это продуманные вещи, а не от того, что кто-то еле двигается. Знаете, к этому старичку, на который тут наезжают, который спит в движении. Один раз приехал к нам один старичок, который спит в движении, мастер тайдзи. И к нему пошел один русский мастер, который не спит в движении. Да и ночью у него доспать. И он говорит, дай подеремся. А тут и не подумал, что это за правду. Ну давай. Он встал, тот убегает и бьет этого деда. Люди говорят, ты что, правда, что подеремся? Да, что, может быть. Ты мастер, я мастер. Тогда дед прилип к нему и больше не отлипал. И тот бегал от него по залу, а тот от него не отлипал. То есть дед ничего не делал, но не давал ему ничего делать. Короче, мастер русский разбудил деда тайдзи. Поэтому, когда человек сидит где-то там, черти где, и выдумывает или смотрит ТВ, Ютуб, и дает и прочее, это реальность. Займитесь, да. И когда у вас через 10-20 лет ничего не получится, тогда мы посмотрим.